Сегодня у нас 25 ноября 2020 года. Базар Кадышева, задняя сторона. Снимаю для истории. Недавно был снег, еще не растаял везде. В воскресенье 29-го тоже ожидается снег. И поэтому, как у нас в Узбекистане начинает таять, вот такая слякоть. Это задняя сторона базара. Вот это 77-й дом. А это 115-й дом. А, хочу сказать то, что на вот этой стороне базара, где 115-й дом, 9-этажный он, где вот машины, магазинчики стоят, постоянно были лужи, когда после дождя по колено можно было ходить в воде. Практически заплыве машины проезжали, был заплыв. Это было что-то. И, наконец, у нас появился новый хаким района, который взялся благоустроить эту вот нашу улицу несчастную. Уже ставят лотки, выкопали арыки для того, чтобы не было воды. Не собиралась она вот именно на проезжей части. А по секрету нам сказали в первом секторе хакимията, что здесь будет аллея для отдыха граждан, зеленая. Асфальт тут уже положен, ну, будет благоустраиваться, посадит цветы, поставит скамеечки, и будет очень хорошо. Вся эта улица, там вот уже перегородили. Вот, сейчас приближу. Вон, где стоят две машины, там сзади них перегородили уже шлагбаум, такие бетонными плитами. И это будет все закрыто, будет здесь аллея проходить. Красивая, говорит, для отдыха. Ну, посмотрим. Говорят, что выделили 77 миллионов сумм для начала на благоустройство этой нашей улицы под зеленую красивую аллею. Посмотрим. А это вот бывшая Хамза магазин, базар Кадышева, задняя сторона. Его тоже разобрали, стали строить что-то новое, потом перестали. Сейчас пока непонятно, что там будет, но, наверное, что-то построят. Рынок Кадышева. Это вот обратная сторона. Видите, такая грязь. Это я снимаю для истории, потому что говорят, что на следующий год будет уже не узнать. Надеюсь, потому что новый хаким взялся конкретно за облагораживание города и, в частности, нашего района. Конечно, его помощники некоторые переусердствуют, как всегда. Ну, даже не обидно то, что как бы приводится все в порядок, как говорят, сносятся там пристройки, еще то. Ну, можно же культурно к людям обращаться, не орать. Но некоторые так вот не умеют с людьми разговаривать. Персонал нового хакима. Видимо, старый персонал от старого хакима достался, работники. Но в первом секторе человек сидит, по-моему, Улукбек зовут. Очень приятный мужчина, очень хорошо разговаривает с гражданами, культурно, вежливо. Вот все бы так разговаривали, не было бы никаких ссор, никаких проблем. Вот такие вот пристройки, сказали, будут сносить, навесы и все такое, облагораживать это все будут. Конечно, это нужно делать, никто не против того, что если это нужно, люди же не захватили землю на всю жизнь. Они понимают, что это государственная земля, ее надо отдать. Просто культурно сказать: товарищи, вот ваш навес или ваши вот огороды мешают здесь. У нас по плану вот такой проект. Давайте так сделаем. Что можно, сохраним, а что не можно, уберем. Ну, чтобы было это красиво и достойно. И разговаривать с людьми надо культурно, а не так, как разговаривает хаким. То есть не хаким, а юрист хакимията. Сам хаким вежливо разговаривает, а вот его юрист оставляет желать лучшего. Хам в первой степени. Вообще не умеет общаться с народом. Я на себе это испытала и немножечко попозже сделаю видео об этом. О том, что я думаю об этом юристе и что таким не место представлять лицо власти народной. Ссылается на хакима, а люди же как подумают, какие у хакима помощники, так значит и такой хаким. Хотя вот на деле видно, что старается. Вот недавно его избрали, и он уже много начинает делать для нашего района, это заметно.